Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас топ-10 из каталога Oriflame номер 15. Кстати, в этом году будет еще дополнительный двухнедельный каталог, по этому каталогу будет не 17, а 18. Итак, поехали, посмотрим, что я выбрала из этого каталога для того, чтобы акцентировать внимание моих клиентов на продукцию. И первый разворот — это тональная основа Everlasting, серия The One. И мне нравится эта тональная основа тем, что она стойкая. И сейчас начинается сезон пуховичков, когда высокие воротники, шарфы, палантины. И чтобы тональная основа максимально не затрагивала нашу одежду, не пачкала и не портила, нужно подбирать такой тон, который будет стойко держаться на коже лица и не отпечатываться на одежде и наших шарфах. Итак, отдаю предпочтение на зиму именно этой тональной основе, и сейчас как раз она у меня на лице, я ее очень люблю и всем рекомендую. Что мне еще нравится в этом тоне, то что здесь целых 10 вариантов, линейка разных оттенков, и можно подобрать как самым светлокожим и тем, у кого кожа смуглая, поэтому вариантов очень много, это здорово. Если у вас возникает вопрос, а как же подобрать тональную основу, если у меня нет пробника, то я даю вам маленькую такую подсказку. Можно взять прям каталог и приложить к своему лицу и посмотреть, какой тон ближе всего к вашему тону кожи. Вторая подсказка: вы можете посмотреть, какого цвета у вас венки, и если они синие, холодные, то значит вам нужно смотреть тональную основу, где написано холодный, например, холодный алебастровый, холодный фарфоровый, холодный розовый. Где написано теплый, это значит у вас венки, да, будут зеленого цвета. Так что смотрите, выбирайте, это будет вам маленькая такая подсказочка. И мой тон сейчас вот такой. Кстати, ошибочно взяла не тот, который обычно. Я обычно беру холодный розовый 82 на конце, а здесь у меня, так, не вижу, где он, а нет, кстати, это он 82, а я холодный фарфоровый брала до этого, а это холодный розовый, но он мне тоже подошел и он мне тоже понравился, так что я, в общем-то, очень довольна. Это первый продукт. Следующий разворот — акция с туалетной водой Eclat Blanc за 819 рублей. При заказе на 2000 рублей из этого каталога, не включая, конечно, сам аромат. Итак, что я могу сказать про этот аромат? Вот так выглядит флакон. Он, естественно, приходит в коробочке, упакованный в слюду. Это восточно-цветочный аромат Аккорд мандариновый шприц. И я вам могу сказать, что первые ноты, которые здесь звучат, очень яркие, мандариновые, и у меня ассоциация с Новым годом, поэтому аромат как нельзя кстати на такой вот период предновогодний, поэтому я думаю, будет популярный. По стойкости аромат не стойкий, у него примерно 4-5 часов стойкость, то есть я его чувствую, потом аромат нужно обновить. И здесь еще есть зимняя роза и мускус, то что делает аромат таким более благородным и притягательным. Так что рекомендую. И так как у нас с вами есть еще время до начала каталога, вы можете выписать пробник аромата, протестировать его и дать также попробовать своим клиентам, кто заинтересуется этой акцией. Так что это мой номер два выбор. Аромат мне самой очень нравится, с удовольствием им пользуюсь. Следующий разворот. Так как сейчас начнут летать снежинки, погода влажная, и зачастую макияж плывет, нам нужна максимальная стойкость макияжа, и я вам рекомендую делать стрелочки именно стойким маркером, то есть это стойкий маркер подводка для глаз, вот такой вот классный маркер с остреньким кончиком, что позволяет делать стрелочки тонкими, изысканными, с длинными вытянутыми кончиками, или утолщать, то есть благодаря тому, что стержень именно такой вот тонкий, то есть кончик тонкий, можно выбирать любую толщину стрелки. Я, например, люблю тоненькие стрелки, но некоторым девушкам идут более толстенькие, такие выразительные, поэтому вы выбираете тот вариант, который вам нравится, и эти стрелки точно вас не подведут, макияж будет стойкий в течение всего дня, даже если вы попадете под дождь или снегопад. У меня, кстати, клиенты очень любят этот маркер. Единственное, есть нюанс такой,
если вы активно красите тени, то есть сначала тени, а потом прокладываете стрелки по теням, то кончик может немножечко забиваться, и рекомендую хранить его именно вот в таком положении, чтобы кончиком вниз, и если вы чувствуете, что он немножечко забился или подсох, вы просто его потрясите как градусником, вот так вот прям потрясите, и он снова пропитается специальным средством, которое позволяет делать такие черные выразительные стрелки, и он вам прослужит гораздо дольше. И если все-таки красите тенями, то лучше сначала проложить стрелку, а потом сверху красить тень, иначе он быстрее будет у вас заканчиваться или выходить из строя. Шикарный продукт, очень его люблю. Следующий разворот. Я обожаю декоративную косметику. У меня как-то спросили, сколько у меня помад, но я не знаю, я их даже не считаю уже. Я очень люблю помады, и кстати, помада серии On Color, она невероятно классная. У меня сейчас она на губах. Здесь у нас много вариантов оттенков. Выглядит помада достаточно стильно. Красный и черный — это всегда выигрышный вариант цветов, которые такие вызывающие, привлекательные, привлекают внимание. Конечно, упаковка достаточно простая, но в то же время стильная. У меня помада медовый беж. То есть она у меня сейчас на губах, легкий контур и помада. Мне нравится то, что она увлажняет губы, она классно лежит, не стягивает, не мешает, я ее не чувствую. Есть помада, есть легкая, невесомая, при этом красивые оттенки. У меня до этого был теплый ореховый цвет, я ее просто обожала, но решила что-то попробовать более светлое, и я, кстати, довольна, потому что пользуюсь ей сейчас каждый день и на улицу, и дома, просто подкрасить губы, чтобы они были мягкие и в то же время выразительные, когда я работаю с партнерами, выступаю, но это не на запись, а просто для общения, и получается, что губы все-таки достаточно выразительные, но в то же время они не отвлекают внимание, поэтому помаду очень люблю и всем ее рекомендую. Следующий разворот — это серия Wound. У меня здесь осталась закладка, хотя я хотела ее куда-то передвинуть, но видно, все-таки решила не трогать, потому что серия Wound вызывает у нас сейчас ажиотаж огромный, много-много получаем отзывов восхитительных, людям нравится эта серия, и девушки, и женщины в восторге, я сама в восторге тоже от этой серии, и покажу, какие продукты заказали для себя. Итак, я заказала для дочери увлажняющий гель для лица и средства для очищения, и также для демакияжа глаз. Как им нужно пользоваться? Это волшебный продукт, он мне напоминает гидрофильное масло. Сам продукт по себе выглядит как легкий такой вот крем желтенького цвета, такой у него есть нежный аромат, его нужно носить на сухую кожу прямо поверх макияжа и делать легкий массаж. То есть мы массируем лицо, втираем этот крем в лицо, и он становится маслянистым, вот просто как гидрофильное масло. И вот когда все становится маслицем, мы смачиваем пальчики водой и начинаем еще делать массаж, еще воды и немножечко еще массируем, и вот все во-первых меняется немножечко цвет, растворяется вся косметика. Также можно, кстати, убирать макияж с глаз, что очень удобно, и такой огромный флакон, и когда смываешь его, такая кожа мягкая-мягкая, чистая, увлажненная. Мы в восторге, я сама даже не ожидала, что у меня возникнет такое глубокое чувство к этому продукту, и я его буду всем рекомендовать, потому что до этого я всегда пользовалась только гель-тоником серии Novage, потому что это идеальное средство уже для моей взрослой кожи, мне нравится эффект, но этот продукт просто вот любовь с первого взгляда, поэтому буду чередовать то одним, то другим пользоваться. И второй продукт — это увлажняющий гель, он действительно дает такое классное увлажнение кожи, при том, что это легкость, это такой комфорт, и он тоже красивый, то есть если мы его нанесем, то он просто голубого цвета. Кстати, он сам не представлен в этом каталоге, здесь есть только дневной крем, но просто так как у меня этот продукт есть, я вам его решила тоже показать. Он такой легкий, волшебный, растворяется, впитывается, легкий такой, легкий-легкий аромат, он такой ненавязчивый, его даже и не чувствуешь, такая мягкость и прохлада. То есть серия, конечно, крутая, очень всем понравилась. Следующий разворот — это для волос, мои любимчики.
именно серия Hair X против выпадения волос. Это настолько эффективная, мощная, работающая серия. Если у вас есть такая задача — восстановить волосы, укрепить их, чтобы они не выпадали, чтобы они стали лучше расти, то самые лучшие помощники — это уже проверенные два средства. Кстати, в этой серии еще есть тоник для волос несмываемый. Вот именно его я бы тоже рекомендовала докупать к этой серии, чтобы усилить эффект. Но это особенно нужно тем, у кого действительно вот прям проблема, и проблема злободневная, да, такая, нас очень, очень срочно решать, которую нужно. Но для меня достаточно всегда просто шампунь и кондиционер. Очень нравится их использовать именно в паре, потому что здесь кондиционер особенный, он отличается от всех кондиционеров из серии Hair X. С ним легче расчесываются волосы, то есть они вообще не спутываются, такой комфорт. Волос на ощупь даже становится более таким плотным и блестящим, то есть эффект очень классный. У шампуня очень маленький расход, то есть буквально вот небольшая капелька, прям пол чайной ложечки, очень хорошо вспенивается, переносим на мокрые волосы, массируем и смываем два раза, потом кондиционер. У меня уже с первого применения, я даже показывала девочкам своим, фотографировала, что у меня буквально я на расческе несколько волосинок у меня было, при том что волосы сухие, волосы путаются, ломкие, то есть они осветленные, соответственно они не такие живые, как если это волосы не осветленные. Ну кто, как говорится, кто плавал, тот знает. Поэтому моя любовь просто раз и навсегда. Следующий разворотик я решила отдать новинке. Это набор мыла с лимоном и вербеной, три кусочка мыла в одной коробочке. По-моему, это классное решение, очень неординарное. Три кусочка по 50 грамм стоимостью 299 рублей, то есть цена достаточно дорогая. Но здесь в состав входит натуральное эфирное масло лимона и экстракт вербена для увлажнения и тонуса. Представляете, три мыла в одной коробочке. Во-первых, это классный подарочный вариант для себя и для других, как легкий сувенир. И я сейчас уже смотрю на то, что скоро праздники, и нужно какие-то иметь маленькие подарочки для того, чтобы порадовать своих близких. Ну вот, конечно, 300 рублей — это самый, наверное, такой оптимальный вариант, когда это и не слишком дорого, но и не совсем уж прям, да, ерунда какая-то. Действительно очень полезный, классный презент. Или я себе обязательно возьму три кусочка мыла, которые порадуют нас трижды. И следующий разворот — это крем для рук. Крем для рук и мыло. Кстати, обратите внимание, здесь нарисован вот такой кругляшок 1R, это значит от продажи каждого продукта с этого разворота мы перечислим фонд «Жизнь с ДЦП». То есть купили себе крем для рук, а здесь их 4 варианта будет у нас с органическим розовым грейпфрутом. Этих я возьму, наверное, сразу 5 штук, я обожаю грейпфрут. Потом идет органическое масло кокоса и органическое масло авокадо и органическое масло макадамии. 3 И для разнообразия. Конечно, классный дизайн, такое оформление, похоже на тюбики с красками, как мне очень нравится. И у них большой объем 75 миллилитров, то что очень приятно. В общем-то, супер цена, супер дизайн, и мне нравится то, что такое разнообразие. Потом я хотела вам показать разворотик, где новинка — питательный крем с тыквенным маслом. То есть это не совсем новинка, он был у нас в прошлом году, но потом пропал. То есть это такой вот ситуационный продукт, который иногда появляется, а потом пропадает. Но здесь такие соблазнительные еще у нас варианты. Во-первых, смягчающее средство у нас изменилось, а я думаю, что смягчашку все любят, и здесь у нас будет улучшенный состав и улучшенный дизайн. То есть если вы обратите внимание, баночка, в общем-то, вроде бы тоже та же самая, но если мы открываем тут баночку, то у нас получается такой вот как бы уменьшенный формат, то есть нам нужно забраться туда пальчиком, и не очень удобно доставать, то есть глубоко средство прячется под этими краями. Конечно, было неудобно. Я, кстати, только вчера до конца использовала именно этот продукт, уже его бросила в пустые баночки, а сегодня увидела то, что он здесь у нас в новинках.
я подумала, что надо его достать и вам показать. Сейчас баночка будет изменена по дизайну, то есть будет удобно доставать это средство. И насколько улучшили состав, то есть здесь сейчас у нас будет в составе комплекс натуральных масел, масло семян подсолнечника и касторовое масло, пчелиный воск и витамин Е. Представляете? Закажу, конечно, и баночка классная. Я рада, что эта баночка у меня будет снова, потому что это была последняя, и мне было прям жалко с ней расставаться. Дело в том, что именно этот продукт был первым продуктом, который выпустила компания Oriflame. Компания пошла против всех. В тот момент был такой бум, химический, синтетический бум, когда все средства, наоборот, убирали натуральность, все синтезировали, все было химия, химия, химия. И Oriflame сказала: мы будем выпускать только натуральную продукцию, будет такой шведский бренд. И, конечно, вот этот логотип восхитительный, который я так люблю. И я помню, когда только присоединилась к компании Oriflame, а это было уже 23 года назад, я себе и маме заказывала такие же баночки «Уход за лицом», только они были, конечно, побольше, белого цвета. Кстати, одну из баночек у меня мама сохранила, и не так давно она мне говорит: смотри, что я храню. То есть это была та самая баночка, и я ее взяла к себе, то есть у меня она теперь тоже где-то там лежит. Знаете, как есть такая коробочка с воспоминаниями, да, там какие-то открыточки лежат, и там же лежит эта баночка. Если интересно, могу как-нибудь достать, вам ее показать. И последний разворот, это даже не разворот, а уже обложка каталога, это набор. Набор, который покорил мое сердце еще год назад, потому что этот набор у нас выходил в прошлом году в преддверии Нового года с клюквой. И что здесь еще у нас в составе? Запомнила только клюкву. Ну, с клюквой, конечно. Вы знаете, какой это невероятный набор. На что я хочу обратить ваше внимание: крем для душа 150 миллилитров и крем для душа 200 миллилитров, а мы привыкли, что обычно 250, а крем для лица и тела 150 миллилитров. Но я его не использовала для лица, потому что для меня мое лицо — это визитная карточка, я для него покупаю всегда только самое все дорогое, например, коллаген Novage со стволовыми клетками или Ultimate Lift. Иногда беру какие-то другие средства, но это крайне редко, потому что мне нравится мою кожу баловать, и я вижу, какой крутой результат. Поэтому можно, конечно, и на лицо наносить, но, в общем-то, я использовала два набора, даже оставляла себе три, но один у меня все-таки выпросили, и получилось, что я использовала их с огромным удовольствием оба. Во-первых, зимой кожа больше сохнет, нежели в другие времена года. И зимой хочется именно купаться не гелями, когда что вот кожа скрипела и дышала, а именно крем для душа, который уже в своем составе содержит увлажняющие компоненты. И на этапе купания мы не просто купаемся, очищаем кожу, а уже ее и увлажняем. И это просто, ну, два в одном. Мне очень нравится. И это, конечно, классный подарочный набор. У него красивый дизайн, такой прям классный формат для подарка. И всего набор будет стоить 349 рублей. Так что налетайте. По-моему, отличное предложение. И у меня в прошлом году, вернее, да, перед Новым годом, как раз в прошлом году, у меня их очень много заказывали на подарки. То есть прям вам такой лайфхак. Так что вот наш обзор закончился. Кстати, забыла вам показать, что у меня еще есть такие же смягчашки, только ароматизированные. Я надеюсь, что и их формат более удобной баночки тоже будет преображаться. Так что вот такие у нас красавчики, наши баночки, я их очень люблю. Но это, кстати, не все, у меня еще есть. Ну что, ребят, я вам желаю классного каталога, чтобы ваши клиенты были всегда довольны вашей помощью, чтобы вы рекомендовали самое лучшее. Учитесь, становитесь профессионалами, становитесь экспертами по подбору продукции, чтобы ваши клиенты просто пользовались до последней капельки каждой баночкой и уже заранее бежали к вам с заказами. А это достигается именно путем того, как вы сами полюбите продукцию и будете ориентироваться, кому что подобрать, для какой кожи, для какого типа волос лучше какие рекомендовать средства. Потому что ассортимент же ведь огромный, но недаром у нас про Oriflame говорят, что здесь есть все для всех.
И это именно так, потому что у нас несколько видов тональных основ, и можно подобрать для любого цвета, типа и состояния кожи, и также другие все средства. Пишите в комментариях, что вам особенно понравилось в этом каталоге, на что вы обращаете внимание свое и ваших клиентов, и я желаю вам всего самого классного. До новых встреч!